Власти Севастополя актуализировали размер оплаты жилья по договору социального найма и найма помещений в государственной собственности. Такое решение было принято на заседании правительства города. Необходимость пересмотреть тариф в пользу его повышения была вызвана ростом стоимости квадратного метра на ипотечном рынке. Для расчета платы были использованы данные на первый квартал 2023 года в размере 130 851 рубль 69 копеек за 1 квадратный метр. В 2018 году, когда ранее был установлен размер платы, стоимость составляла 75 331 рубль. В связи с этим пришло время актуализировать размер платы. И размер платы предлагается установить в размере минимальный 17 рублей 66 копеек за квадратный метр, максимальный 20 рублей 25 копеек. Елена Клементьева отметила, что размер платы рассчитывается по виду благоустройства. То есть, будут ли это общежития, квартиры в домах с лифтами или без.